Всем привет, это СБ1813 или просто Сэм. Продолжаем реакцию. Эта реакция, скорее всего, не выйдет на Ютубе, хотя я не знаю почему. Вот, тем не менее, сегодня мы будем смотреть, наконец-то, новый клип с новым треком от группы Maximum The Garmon. То есть самые супер безбашенные, если не самые безбашенные группы Японии. И про эту группу, я думаю, многие знают за пределами Японии. И которые вообще никак не связаны с японским узлом, и даже с аниме. Которые, эти группы реально знают все. Опять же, я на них делал реакт, на достаточно интересный трек про Америку у них там был. Я потом, уже после реакции, узнал, про что он был и в какие числа он был выложен. Я тогда немножко прихренел. Но нормально они потроллили людей, которые вообще не шарят. В том числе, кстати, и меня. Потому что я говорю, я тогда не шарил. Я думал, трек про Америку, там вся фигня. А потом оказалось, что это очень-очень иронично. Я думаю, вы прекрасно понимаете, если знаете, да, хотя бы немножечко историю там Японии с Америкой, да, что там кто наделал в свое время, то вот как раз это про это и было. Но сегодня у них вроде вообще совершенно другое. Они выпустили, наконец-то, целый, там непонятно, то ли макси-сингл, то ли эпишник, но там несколько треков, короче, полноценный новый именно релиз, вот, который я еще не слушал, специально хотел это сделать уже после собственно, реакта сегодняшнего. Трек называется «Kissy I Rush», наверное, но почему, короче, вот это, возможно, не выйдет на YouTube. Если это выйдет на YouTube, это будет вау, если не на YouTube, то вы это смотрите в ВК и в ТГ. Фишка в том, что я сейчас буду клип этот смотреть не с YouTube, на YouTube он у меня без VPN-ов, опять же, никаких не просматриваемся. И даже с VPN-ами я, честно говоря, не проверял, я такой, раз такое дело, то смысл тогда вообще проверять, давай буду смотреть, опять же, с ВК. Так что сейчас мы это будем смотреть вот так, это во-первых. Во-вторых, на Ютубе я просто иногда за ними немножко посматриваю, у них там какие-то шоу, какие-то там группы, которые их коверят, они вместе там тусуют. На вот этом эпишнике, кстати, у них там офигительные фиты, то есть у них там фиты с какими-то современными группами, по-моему, даже есть. Так что это мы обязательно, я послушаю, вам потом все распишу, но тем не менее сегодня вот именно смотрим этот клип, этот трек, слушаем. Короче, чего ждать? Во-первых, все безбашенности, всего вот этого. Потому что в предыдущем треке это все было. Да, не как WhatsApp People, да, не как вот эти вот за собой били и так далее. Но, тем не менее, все это еще есть. Хотя чуваки уже старички. Да? Не старички, такие уже более не молодого возраста. Однако, долбят вообще нормально. Короче, поехали посмотрим. Я думаю, забалдеем сейчас. И го. Ну, погнали. Отличные субтитры. Я уже ожидаю, что это будет какая-то жесть. Вот такие ударки тут прям мясненькие. Пошло! Басист у них, конечно, просто умеет магиот. Вот это бас, ребята, запоминайте. Бип тоже еще какой-то прям супер жесть. Вот это что за чувачок? Это тоже какой-то на фике прям в этом треке? Или что? Как обычно, какие-то мужики под них месятся. Вот это мне, кстати, очень нравится в этой группе. Что обычно у японцев там девочки стоят, и у Maximum The Garmon просто голые мужики. Ха-ха, нормас. Чё, пошло-то? Вот это прям очень хорошо. Какие же они кочевые, всегда вот и были, и есть.
А даже так? Да, это какой-то фит еще. А кто это? Кто это? Это такой просто диссонанс такого сладкого чувака и их. Ну, кружу у них звук офигительный, он прям хороший, мужирный. Я даже сказать ничего не успел. Это просто к тому, что вся вот безумность, все вот эти переходы долбанутые, вот все это осталось у них. Да-да. Просто размеры меняются. Вот, типа, все самое лучшее от Максима за гормон, что, в принципе, мы и любим. Вот оно как и есть. В новых треках тоже. Блин, это одна из тех групп, на концерты, которые я бы очень хотел побывать. Не знаю, успею ли когда-нибудь получится, но... Просто что за жесть? Ну, без этого вообще, мне кажется, во всех клипах Максим за гормон такая вот жесть должна происходить. Там еще текст, наверное, какой-то супер долбанутый. Блин, очень хорошо, я максимально доволен. Блин, я после этого побегу прям слушать их хипишку. Обычно. Так, ну что, вот мы посмотрели клип, послушали трек Kissy Rush, если я правильно, опять же, называю, группа Максимум за гормон. Также там в конце было предупреждение, почему, собственно, как я понимаю, вот этого клипа нет на Ютубе, потому что они, вот этот клип и вообще сам этот релиз, судя по всему, продавали именно на дисках только. То есть только они вот так решили сделать. Или, понимаю, официально вообще этого релиза в интернете сейчас не найти. А может найти, не знаю. Но клипы, наверное, точно. Это как я понял. Возможно, я не прав. Так что, наверное, в любом случае вы смотрите ВК, ФТГ. Но, блин, ну на это надо было реакцию сделать, ребята, уж тут простите. Короче, что хочу сказать. Ну, вау, типа, отлично, супер, прям балдеж, потому что, ну, это те самые Максимус Гармон, которые я обожаю, с этими вот супер странными размерами. Каждый вот этот у них, когда все это меняется, у них совершенно другой жанр как будто начинается. То они поиграли одно, то другое, то третье, то четвертое, то какой-то вот этот фит с этим чуваком. То есть супер. То есть вот все еще безбашенность, все еще вот эта вся долбанутость в хорошем понимании, вот эта японская осталась. Клип просто великолепный, то есть много всего, но при этом, опять же, все это круто смотрится, гармонично. Короче, супер отлично, супер кайфово. Опять же говорю, я вот немножко не понял по поводу, вот как у них этот релиз, получается, вышел только на дисках, и сам этот клип тоже только на дисках, вот. Но это немножко странно, но опять же, зная эту группу, зная всю ее долбанутость, они, скорее всего, решили сделать это тоже немножечко долбануто, то есть не как все, скажем так. Но для них, мне кажется, можно, потому что они реально не как все, они все еще, ну вот, на протяжении скольких уже лет, я слушаю, опять же, и японщину, и там, и вики, и не вики, и все такое. Но Максимум за гормон все-таки, наверное, остается самой вот именно, в плане вот именно долбанутой, самой долбанутой группы. Все-таки никаким Саканинару и вот остальным вот таким чуваком еще вот до бати не дорасти. Уж все-таки, извините, надо уметь вот именно делать такую долбанину. Причем, ну, знаете, не совсем уж такую, которую смотреть невозможно, а вот именно со вкусом. И чтобы это еще и звучало хорошо, и выглядело хорошо. Вот тут Максимум за гормон все... просто в порядке. Ну, короче, что хочу сказать. Много минут хвалю, опять же, Максимус Гармон.
не знаю, куда все это пойдет в плане React и не React. Вот, я надеюсь, куда-нибудь да выложится. А так, наверное, и все. Спасибо всем, кто посмотрит. Там что-то в описании. Нравится, не нравится, сами все знаете. Круто. Ну, короче, я пойду слушать Тихий Пишник, потом, может, про него еще отдельный вообще даже пост какой-нибудь сделаю. А может быть, вообще обзорчик сделать на это, потому что, ну, вот на это я бы сделал обзорчик, потому что он на такое, типа, сам, опять же, Бог благоволит. Короче, я подумаю. Но это было охренительно. Это было охренительно. И, кстати, это имеет место на то, чтобы подвинуть... Ну ладно, не знаю, значит, смогут ли они, в общем, подвинуть брингов только несколькими треками, но в плане именно эпичности как будто бы, может быть, и да. Ну, короче, ладно, всем, я пошел.